побольше сделаем, чтобы было слышно. Итак, ребята, всем привет. Хочу вам показать проект, как называется он. finsurf.net. На моем балансе сейчас $4. Работается здесь практически заработок. Практически легко зарабатывается. По-моему, нажимаем вот сюда. Давно здесь была. Начать. Здесь подготовка к подключению. Там происходит вся процедура. Сейчас я вам покажу. Зарегистрировалась я на этом проекте 2 октября 2014 года. Заработала я $359. Я вам просто хочу показать. Да, дальше. Вот код активации. Далее. Так, введите код. Копируем. Вводим. Подтверждаем. Так, все. Это мы сделали. Видите, она закрашена немножко. И так дальше. Хотите, клацайте, если вам нужно это. Хотите, нет. Но в дальнейшем хочу вам сказать. Не знаю, как насчет партнеров, поддержки. Рефералов я сюда не приглашала. Давайте закажем вывод. Вывод заказывается $100. У меня минималка $100, у меня $4, но я опускаюсь вниз, и у меня здесь 3 суммы. Видите? В октябре 2 суммы, в ноябре 2 суммы, и до сих пор в обработке. Показываю сегодняшнюю дату. 24 апреля 2015 года. Смотрите. Сумма до сих пор в обработке. Что это означает? Это означает, что это сайт Лохотрон. Просто мне только что прислали, подписывайтесь на этот сайт, делайте, регистрируйтесь под моей реферальной ссылочкой. И я думаю, покажу вам видео, чтобы вы все увидели, что это сайт Лохотрон. И хватит в эту игрушки играть, ну вообще, ну я не знаю. С 14 года не платят, и вы еще сюда записываетесь. Все, всем пока. Счастливо.